Мытищинские полицейские пресекли попытку ограбления в деревне Сухарево. Подозреваемых задержали в момент совершения преступления. Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Мытище задержаны трое подозреваемых в разбое. Оперативниками подмосковной полиции была получена информация о запланированном вооруженном нападении на индивидуального предпринимателя и его супругу, проживающих в подмосковной деревне Сухарево. Злоумышленники намеревались похитить у них денежные средства и материальные ценности. С места происшествия изъято два ножа, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса РФ. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и задержание возможных соучастников.